Отдыхаем, да? Я тоже отдыхать приехала на Мальдивы, вот. Я бабушка из России. Из России приехала бабушка отдыхать на Мальдивы. А вы откуда вы? А? А вы же не понимаете по-нашему-то. Надо по-вашему. You from? Germany. А? Germany. Жопани. А, Жопани, это же Япония, да? Знаю, да. Я, кстати, японцев люблю. Только я себе японцев по-другому представляла. Я думала, у них глаза такие узкие, а у вас глаза большие. Наверное, повылазили, да, от местных цен? От мальдивских, да? Не были готовы к таким ценам? Я тоже раньше не была готова. А сейчас готова. А знаете почему? Радость у нас, у пенсионеров. Сейчас я вам покажу. Вот министр финансов наш. Мы предлагаем увеличить пенсию в среднем в следующем году на 1000 рублей. На 1000 рублей. Основная задача – повысить пенсию пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были возможности, финансовые возможности, нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее. И вот я здесь, на Мальдивах. Я вот раньше что могла купить на 9 тысяч? Да ничего. А сейчас на 10. Весь мир открыт. Хошь туда езжай, хошь сюда езжай. Но выехать из России сейчас трудно. Сейчас вся граница пенсионерами забита. Министр же сказал отдыхать. Вот все пенсионеры ломанулись вообще. Я сюда летела через Эмираты. Аэробус 380-й полный пенсионеров. Полный, я в проходе стояла. Мне, значит, место уступают. Я говорю, не надо, спасибо, я постою. Я до Среднеуральска 8 часов в маршрутке стою, а тут всего 4. С одной парой тут пожилой познакомилась. Так они вообще не знают, куда деньги девать. Они, значит, на Мальдивах были, в Таиланде были, во Вьетнаме были, а тысяча все не кончается. Вот что сделал человек. Подкинул пенсионерам проблем. Это ж целая тысяча. Вы, наверное, денег-то таких не видывали. Вот. Я, кстати, после Мальдивов лечу к вам и лечиться. Вторую часть тысячи тратить. Как человек сказал. Хочу себе поставить тазобедренный сустав, новые хрусталики в глаза новые и улыбку белоснежную, зубы вставлю в себе. Внучок звонит. Алло? Ванечка, здравствуй, Ванечка. Как дела? А квартиру покупаешь? Поздравляю. Сколько не хватает? Да ты даже не говори, я тебе сейчас из твоей тысячи все закрою, да. Да, все, все. Если что донаты, еще звони, да. Все, тебе всю ипотеку закрою. Вот, внукам помогаю. Я не собиралась, но министр сказал, приходится. Человек хороший, не хочу подвести. У меня, кстати, завтра последний день, все. Я улетаю. Устала, по дому соскучилась уже. Да, кстати, сегодня вечеринка будет по случаю отъезда. В главном ресторане я проставляюсь. Приходите, будет, значит, Маккартни, Агилера будет, Мадонна. Это я всех заказала. Все будут петь, выступать. Вот почти под ноль эту тысячу-то и пульнула. Это СМС ко мне пришла. Сейчас посмотрю. Да что ты, чтоб тебе пусто стало, окаянный, а? Новая пенсия пришла, и там опять эта тысяча. Ой. Все, отменяется open-air в ресторане.
Сейчас. Капитан, капитан, how much здесь яхта на весь день? А? Это смешно даже. На неделю беру, понял? Все, давай, поплыли на острова акул бить. Дорогу! Русский пенсионер идет!